Новый метровокзал находится под Пушкинской площадью, рядом с действующей станцией Пушкинска. Средний зал и пассажирские платформы Горьковской построены на перегоне между станциями площадь Свердлова и Маяковская. Горьковская разгрузит пассажиропотоки в центре столицы. Здесь создается крупный пересадочный узел. Проходчики, монтажники, отделочники 7-го управления метростроя, среди которых Константин Слонов, Владимир Минайченков, Николай Зайдулин, Дмитрий Ненашев и другие, трудились буквально в нескольких десятках сантиметрах от действующего тоннеля. Мимо Горьковской, от площади Свердлова, поезда проносятся, чуть-чуть замедляя свое движение, к Маяковской. Это сегодня, а уже 20 июля они остановятся здесь, на станции Горьковская. Чередование красного гранита и белого мрамора, необычные вогнутые пилоны создают ощущение легкости и простора. В торце зала скульптура молодого Горького. Новая станция, 108-я на московском метро, соединена переходом с Пушкинской. Петр Александрович, помнится, 2 года тому назад, когда мы рассказывали о строительстве этой станции, вы говорили, что строительство Горьковской можно сравнить с бусинкой, которую надо нанизать на ожерелье, не разрывая нитки. Это случай единственный в мировой практике, в отечественной практике, когда построена станция на перегоне между действующими. Круглосуточно, в течение рабочих недель, здесь проходчики вели строительство. И в этом проявилось мужество и искусство московских метростроевцев. Работа выполнена, но перед метростроевцами стоят другие большие задачи. Надо строить новые линии метро на юг, на север нашей столицы. И метростроевцы переходят с этого объекта на следующие новые линии.